Первый звонок и первый капитальный ремонт спустя 60 с лишним лет. Поэтому в барнаульской школе номер 13 сегодня двойной праздник. В новом учебном году за парты сядут более полутысячи детей. Из них 56 первоклашки. Глава города Вячеслав Франк поздравил с днем знаний учеников, их родителей и педагогов. С праздником вас! Всем крепкого здоровья, терпения, всех благ и, конечно, счастья. Всего самого хорошего ученикам. В добрый путь. Сегодня мы с вами не только празднуем начало учебного года, но и окончание капитального ремонта нашей любимой школы. Школа с большой историей стала одним из современных образовательных пространств города Барнаула. К капитальному ремонту приступили в марте по муниципальной программе развития образования и молодежной политики Барнаула. На эти цели было выделено более 41 миллиона рублей. Какое-то время детям приходилось ездить в другие школы, но все неудобства того стоили. Сейчас в классах, коридорах проведен ремонт, разобрано аварийное перекрытие, заменены все инженерные коммуникации. Во всех кабинетах новая мебель, интерактивные доски, компьютеры и не только. Дочь пришла, говорит: мама, у нас там хорошая теперь столовая, как в гимназии, то есть хорошие обновленные парты, столы. Ну, я думаю, что теперь только на пятерке будут учиться. Я надеюсь, что наша школа, вот какой-то такой вот у нее сейчас порог, стартовый порожек, после которого начнется немножко другая ее эпоха. Наверное, всем известны слова «знание – это сила». И насколько эффективны в учебе будете вы, настолько сильна будет наша Родина. Добавим, что сегодня первый звонок прозвенел в 88 школах Барнаула. К занятиям приступят 93 тысячи учеников. Ирина Корчагина, «День с толком».